первая игра – это очень-очень важно. Особенно дома. Я знаю, что это такое. Смотрите, мы то уходили на 10, то возвращались на 0, то они чуть вперед выходили. Достаточно такие серьезные качели были. По сути, мы начали отрываться только в конце третьей четверти. Это очки на табло и разница никоим образом не должны доказывать то, что мы сегодня были на голову их сильнее. Есть небольшая несыгранность, я думаю, все это видели. На самом деле они во второй четверти попали там несколько трехочковых. Вот, мы чуть суетились. Все-таки первая игра вместе. И... У нас главный сценарий был это победить сегодня. И мы его выполнили. А по плану ли мы действовали или нет, ну, я думаю, очки и наша победа скажут за себя. Начал получаться лучше-лучше. Рад, что выиграли, рад, что меня все поддерживали и как-то кормили мячами. Вот, оставалось только забивать. Вот, потому что мало что создал сам, большинство создали наши первые номера. Мы помогали всем новым игрокам, старались просто максимально больше общаться на тренировках, подсказывать. Шероховатости они всегда будут. Надеюсь, со временем мы их уберем. Когда будет больше времени, я думаю, получше поработаем над этим. Надо настраиваться только на победу, нельзя расслабляться. Хочется, чтобы за эту сборную болели, чтобы люди повернулись к ней лицом и чтобы сопереживали ей во всех ее приключениях и путешествиях.